Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи, продолжаем играть Deathloop. Отправляемся в комплекс. Не люблю я эту квартиру, и как вижу, ты тоже. А почему? Так и будешь мне названивать, Джули? Джулиана! А мне вообще насрать, как ты там себя называешь. Сейчас да. Еще не понял? А, вот почему ты всех на меня натравила. Я единственная, кто с тобой общается. А это значит... Не тот круг общения. Короче, командный центр. Взять его. Туда, говорит Кольт. Можно, в принципе, пройти по льдам здесь. По льдинкам. Да, прыгать туда. Быстрее будет, мне кажется, тут, чем там вокруг я буду обходить. Я просто не помню, где лучше пройти. Ну, то я взломаю, получается. Чуть не утоп в воде. Где наш взломчик? Ты хватит меня. Как он... Быстро-то. Далеко действует, гад. Ну давай, сейчас попробуем взломать тебя. А сейчас не помню, видит, не видит. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это опасно. Все. Но она меня засекла. Потому что дверь закрылась. А тут я не был, не ходил. А нам сюда и не надо. Зачем? Лаборатория, пристройка. Нам пока туда не нужно. Нам сюда нужен центр управления. Мы сгоняем сейчас сюда. Лифт. По-тихому их. Тут должен быть рубильник. Где-нибудь. Чего? Алло? Алло. Ситуация под контролем. Кольт, это ты? Нет. Нет. Ну ты сволочь. Еще один мой друг. Понятно, твой друг. Что нам нужно сделать? Рычаг включить. О, этот явно тут не просто так. Так, а что я могу заменить? Пистолет. Вот этот вот. Фиговенький. Хватит мне патронов. Хватит, ну так хватит. Давай, включаем. Что за... Что за... Что такое он? Состояние души. Это будущее. Ну, это издевательство. Так что выходит? Надо искать хренову батарею или... Что там такое? Батарея. Я так понимаю, вот зарядка, да. А, тут еще вот валяется. Ну, сейчас мы заряженную батареечку ставим и включим. Давай. Есть контакт. Ну, что? Покажи, что умеешь. Пожаловать резиденты, говорит Егор Сэплинг. Вы когда-нибудь интересовались, как работает наша любимая петля? Давным-давно на острове Черный Риф случился катаклизм, который разорвал ткань пространства и времени. Этот разрыв мы называем аномалией. Вместе с идеологами я основал программу ЭО, чтобы защищать и изучать этот феномен эфирного дисбаланса. Ну, а ваша задача — защищать и изучать... Нас и идеологов. Соблюдайте три заповеди. Если петля под угрозой, следуйте ПЗП. ПЗП. Черт, пленка уже закончилась. ПЗП у охраны на скале Фристат. Обращаться к начальнику службы безопасности. Он расскажет вам, как использовать ПЗП. ПЗП, в общем, нужно найти нам какой-то. ПЗП.
А, звучит серьезно. Противозенитная пушка? Да, значит, найдем это ПЗП. Противозенитная пушка, точно. Хорошо. Еще можем. Что там такое? А это наш жизнь восполнить можно. Ладно, пошли отсюда. На выход. Тем же путем, которым пришли. Не застревай. О, не-не-не-не. А, ну да, я здесь. Я здесь пришел. Я что-то забыл, думаю. Я думал, не там, думаю, пришел, думаю, что такое. Здесь я вроде ходил. Главное в воду не упасть, а иначе будет очень плохо. Мы умрем. И петля перезапустится, я так понимаю. Ну и так. Сбегали, узнали. Ну, автозаполнение. Да, валим отсюда. Валить отсюда надо. ПЗП. Это то, что мы раздобыли. Так, исследовать скалу Фристат. Значит, у нас получается, что ПЗП находится здесь. Ну, пошли. К-835. Что это значит? Непонятно. Кадр. Итак, дети, что вы сегодня поняли? Ждешь, что я отвечу? Да, ответь. Ты уже понял, кто ты на самом деле? Это легко. Я люблю выпить. Иногда теряю меру. Меня тут все ненавидят. Я умею стрелять и за словом в карман не лезу. Хорошо одеваюсь и... Да, почему тут все носят маски? Ты забыл рассказать про свой поломщик. Я подожду. Сама ты поломщик. И горит. Знаешь что, я больше не поеду по твоим рельсам. Не разбил. Ну ладно. Тогда все на борт. Чух-чух. Наоборот, я тебе не поезд. Ладно. Вот до станции пункт охраны. О, чух-чух. Чух-чух. Так, и куда нам идти? Получается, туда нужно будет идти. А тут кто-то есть. Можно, конечно, не убивать его. По-тихому. Там кто-то еще ходит. Можно по вот этим попрыгать. В общем, нам туда нужен кабинет охраны. И он. Так, ты что там, меня палишь, да, чувак? Не надо меня. А вот этого надо бы издалека и... Готов. По-тихому. В принципе, в этой игре не обязательно по стелсу проходить. Можно напролом всех, конечно, убивать. Но тогда на меня сбегутся. Прикол. Пока. Вот это вот классно пинать, то, что их можно за скалы. Там еще один снеговик. Так, вот это мне нужно взломать. H, взлом. Это мой мистер. Так, ПЗП. Где это ПЗП? ПЗП. Чего тут успеть почитать? А, невероятные способности наших идеологов. Кольт Ван, начальник службы безопасности. Так вот кто он. Начальник охраны. Неудивительно, что они хотят меня убить. Черт. Понятно, он начальник безопасности, в общем.
любимый 7, 6, 3 и 7. Это, я так понимаю, код. На черный лифтинг знание путь к успеху. Код от сейфа. В квартире Джаунтаун. Вот где нам. Так, минуточку. Я сделал ПЗП? Так искать надо у меня? Там, в Даунтауне? Да, возвращаться придется в Даунтаун. Больше здесь ничего нету, да? Интересно. Вот я не знаю, взять это, не взять. Вот я сейчас выкину оружие. Не хочу никакое выкидывать. Мне и так прекрасно. А я могу взломать вот этот вот отсюда? Не достаю. Она меня засекет, если подойду ближе. И все. Батареечку вытащил. А здесь какие-то у нас способности. Но пушка не очень, смотрю. Ну, мы понизу опять пойдем, как мы сюда пришли, чтобы остальных не трогать. На самом деле, в этой игре простор, как хочешь, так и проходи. Как тебе больше нравится? Там нет никого. Вон сидят, палят меня, ах вы гады. Как бы их это снять? Их кого? Аре, слушай. Все. По-тихому. Не хочу, чтобы они меня палили. У них есть тут что-нибудь интересное? Кстати. Пистолет отстойный, пушка отстойная. Чего здесь ничего на мне. Ну, возвращаемся обратно. Нам же нужно Даунтаун. Найти ПЗП. Чьи-то ноги. Какой-то статуя или робота, скорее всего. Тут по всему какие-то они механические. Выход сюда, отправляемся сюда. Да. Капитан. Охрана, начальник охраны, в общем, он. Как мы выяснили. То, что мы нашли. Магазин увеличивает, по-моему, да. Судя по всему, патрончикам. Давай посмотрим. Это, допустим, магазин. Вот здесь вот, если мы здесь, да, большой магазин, пистолет, и что там у нас еще, вот здесь, или здесь, давай-ка здесь, чтобы он не перезаряжал, тоже используем, отлично, и теперь Даунтаун отправляемся. В принципе, мы знаем, как квартиру там идти, там можно по-тихому их обойти, никого не убивая. Ну как, может, парочку придется убить. Там как раз перед самой квартирой, по-моему, сидели. Где прожектор? Джулиана. Около окна. Джулиана, слышишь? Джулиана. Джулиана. Я запомнил имя. Плевать. Карта. Фристад, Даунтаун. По этим тоннелям я могу попасть куда угодно. Ну да. Что мы делаем? Вечно пьяный. Ну вот они тут.
секретной информации. Стоят их. Какая? Говорю же, это большой секрет. Выкладывай уже. Ладно, ладно. Сюрприз. Лучше всего смотреть фейерверки. И все. По-тихому. Район. Ну, она что-то хотела сказать про фейерверки, в общем. Ну, мы здесь пойдем. Говорит Алексис Дорси. Идеолог и основной спонсор программы ЭОН. Это короткое обращение к гостям моей самой закрытой и крутой вечеринки. Ну да, по-тихому. По-тихому не получится. Поздравляю всех, кто получил приглашение. Напоминаю, при себе необходимо иметь указанный в приглашении аксессуар. Блин, чуть не спалился. Здесь никого нет, по-тихому пройти. Вон он какой-то стоит. Опа-на. Как меня засекло такое, я чуть не понял. Но не грустите, у нас еще полно сюрпризов. А теперь, внимание на залив. Это шоу. Чуть не снесла мне все жизни. Всем жителям острова. Оно сногсшибательное, как и все вы. Да как ты видишь-то меня? Я не понимаю, как она меня видит это. О, фейерверки вот каких-то. Вот эту пушку уже немножко так раздражает. Отдохни. Кто-то тут ходит. Вот и все. Теперь ты меня не будешь засекать. А жизни там маловато. Сейчас восполним. Ой, бутылка-то мне зачем? Там внизу. Вверху. Вот это надо еще обезвредить, где она тут была. А в принципе она мне не нужна. Потому что я поверх еще все равно ведь пойду. А, нет, здесь нету уже никого. Ой, да ладно тебе. Ну как можно быть таким? Скользит опасно, так что можно за... по. Тут у нас что-нибудь новенькое есть. Новые сообщения. Нет, ни за что. Ни в какое окно я не полезу, так что заткнись, ты гляди в оба. Опаньки. ПЗП я уже забрала, ты извини. Ага. Джулиана, в общем, она стояла ПЗП. Джулиана! Я всегда звоню сама. Где моя ПЗП? Слушай меня, это мое шоу, не твое. Я здесь главная, и ты не уйдешь, пока не выпущу. А, я понял. Решила сместить меня с должности. Глава службы безопасности защищает петлю, не пытается уничтожить. Ну давай приму твои обязанности. В чем они? Сочинять всякую дичь для промывания мозгов народу? Смотри. Я еще не закончил. Запру все двери, чтобы вы пообщались. Что? Какие двери? Твои тоннели очень хитрая система. Ведь придумал-то сам капитан. Эй, черт! Пошла ты! Запрешь тоннели? Ну тогда я их вскрою. Так, нам закрыли тоннели. Так, взломайте одна же от перед туннеля. Там кто-нибудь есть? Я могу отсюда, в принципе, взломать. А тут есть кто-нибудь? Сейчас я вот думаю, сейчас взламывать начну. Сейчас кто-нибудь вылезет. Уже слышу какие-то звуки. Ну давай. Опаньки. Ой, блин, сейчас убьют. Как приятно. Так, поищите, от него слиток. О, слиток Джулианы. Класс, просто класс. Все,
Дайте мне след забрать какой-то. Вот я вот вижу какое-то смещение. Что у нее есть еще? Так у нее ничего нету больше. От нее что-то осталось. Эй! Да. С моей пушкой не поспоришь, чувак, тоже. Пистолет, но что-то у нее не особо оружие от нее. Кстати, вот это что такое? Что-то я отключил. Что-то отключил. Ну, в общем, нам нужно отсюда уходить по-хорошему. Тем же путем, к которому мы пришли. Не будем нарываться. Ну. Это что, Кольт? Нет, это не Кольт. А где она? А, вот он. Чуть не спалили. Промазал. Первый выстрел был мимо. Здесь аппарат, который нам не нужен. Мы не знаем код от него. О, у меня двойной прыжок же, я забыл. Сваливаем, в общем, отсюда. Покинуть область. Она мощная, Джулиана. Получается, в нее сколько? Три раза попал в голову. Вы выжили, а Джулиана мертва. И мы раздобыли какое-то смещение. И у нас... Вы пережили этот день. Начать новый день. Петля обнулилась, получается. Так, ладно. ПЗП, сейф. Добраться до сейфа раньше нее и ПЗП моя. То есть опять надеюсь, нам... Надеюсь, это пушка. Надейся и жди. Так, пушки нету. Твою мать. Я без оружия. Нам, получается, нужно опять сейчас вернуться в даунтаун. Код мы знаем. Так как у нас петля обнулилась, мы сейчас сможем открыть сейф. Тот же день. Выходит, я уже знаю, что будет дальше. Да! Ну да, подбираем. И пляж этот гребаный, я уже видеть не могу. Подбираем что? Опять. Это что, у меня теперь так каждый день будет вот так? Походу, ну, да. Ну чего? Весьма эффектно. Аплодирую одной рукой. Ну тогда готовься хлопать двумя. Трупов будет еще много. Убил меня и еще парочку, но ты реально думаешь перебить тут всех? Неэффективно. И совесть замучает. За мою совесть можешь не волноваться. И если снова устроишь мне засаду, результат будет такой же. Ага, молодец, хвалю. Подбирал я оружие только зря, получается. Оно у меня все пропало, у меня нет ни одного оружия. То есть я иду вообще без оружия. Хотя здесь, по-моему, мачете был. Да, здесь мачете, граната. В принципе, даже с гранат с одной можно нормально так их выносить. Кучку ладно кидать. Так, слиток берем. Короче, обыскать квартиру, взломать сейф, взять ПЗП, разорвать петлю. Да. Невозможно привыкнуть. Открываю же, давай, да. И по новый день. Это мы вышли, получается. Чё-то я не понял. Но нам нужно, получается, Джантаун. Даунтаун. Даунтаун, да. В сейф сходить, сейчас заберем ПЗП. И вернуться обратно. Цель наша ПЗП. Что-то он не хочет не разговаривать, молчит. О, а у нас уже автомат есть. Так я не брал его. Интересненько. Ну, пошли. Так, нам нужно для взлома. Тут утро, получается.
Утром никого нету. Пистолет, который с гвоздями, это у нас вон там. Давайте, народ, вы в одном шаге от самой крутой лавки на этом острове. Библиотеки. Да, здесь мусора нет, кстати. И пушки нету, то есть. Ну, в принципе, тут понятно, как забег сделать. Сейчас здесь двое. Обещали бесконечное веселье. Их сейчас мы шею свернем по-тихому. Одному. Второму. Взять патрончики. Сейчас не надо. Гвоздомет у нас вот там есть. Берем гвоздомет, чтобы по-тихому убивать их. Хватит мне патронов. Что у нас на компьютере новенького? Опять у нас. Кто она? Не сдавайся, Лайла. Кто вообще такая? Непонятно. Что за фотография? Прочитано. Ничего нового. В общем. А вот и наш как раз сейф. Так, все, здесь должна быть ПЗП. Ну чё? А где пушка? Протокол защиты петли. Вот что это такое. Идеологи неотъемлемая часть петли. Петля существует, пока они живы. Это все кто? Алексис, Чарли, Егор, Фия, Фрэнк, Харри, Джулианна, Вензе. Вот так я и разорву петлю. Короче, 8 человек, 1 день, по 3 часа на рыло. Не чем кажется. Ты? Ага. А, ну ладно, а что делать-то? 8 целей, 1 день. Нам бы еще парочку кольтов, и можно устроить кольт-апокалипсис. Что? Не, слушай, я ж тут ненадолго. А как ты сюда попал? Тебя же застрелили 2 петли назад, или 3. Покажи мне. Я другой. Слушай, нас тысячи, или даже больше. Но ни один из нас не дошел до конца. Ладно. Ты должен быть лучше всех нас. Для этого мало палить во все стороны. Но мне нравится ты палить. Ты должен быть умнее. Только так ты исправишь это. Это и это. Лучше бы кольт-апокалипсис. Лаборатория Винзе. Найди резидуум. Он упростит тебе жизнь. Но не хочешь — не упрощай. Дело твое. Большой уже мальчик. На что ты смотришь? Почему ты... Вот сволочь. Ладно. Погнали. Исчез. Лаборатория Вензе. В ПЗП написано, что это в комплексе. Ха, можно оттуда и начать. Самый долгий день. Выполнено. ПЗП не пушка, но это в какой-то мере даже лучше, чем оружие. Она хранит информацию, а именно местоконечность всех идеологов, самый уязвимый для их моменты. Другой кольт дал еще одну полезную подсказку. Исследует некий резидиум, который поможет разорвать петлю. Это ваша следующая зацепка. Согласно данной ПЗП, Вензе проводит эксперимент в своей лаборатории на территории комплекса. Отправляйтесь туда. Мне и так прекрасно. Ну да. Ничего. Отправимся мы сейчас, получается... Отправляемся. Что за звуки-то? До начала торжеств осталось всего несколько часов. Выйдите наружу, погуляйте, отдохните. Добраться нам нужно сейчас обратно до выхода. Так, кто-то нас палит уже, я вижу. А мы здесь вот по краешку, никого не убивая. Не нужны они нам. Без лишних жертв. Прям как моя тетя, а вместо будильника. Так что это одеяло, если не поднять сиденье, толчка током долбанет. Ты должен их убить. Бей идеологов. Понятное дело. Чтобы разорвать петлю. Где ваш выход? Да, покидаем область. Мы разобрали какие пушки. Получается, у нас уже часть дня прошла. Протокол защиты петли. За сложными словами простая истина. Если я убью всех идеологов, то разорву петлю. Точка. Я знаю, где их искать, но перебить их всех будет посложнее, чем просто выследить. Но ничего, я мужик упертый.
вы нашли ПЗП и узнали, где находится идеолог. Тем самым вы прошли весь путь по зацепке самый долгий день. Вот так вот. Это у нас зацепки нужны не только для охоты на идеолога. Выберите пункт с помощью курсора, чтобы прочитать зацепки в разделе «Арсенал». Так, материалы. Венза. То есть это нам нужно будет в записях, ее записях и пробирках. Так, средство, чтобы разорвать петлю. К ним относятся уникальные модели оружия, слитки, дающие невероятную силу и одна очень важная способность. Вездесущность поможет вам раскрыть один из секретов программы ИОН – инфузию. Добавьте зацепку, отслеживаем, чтобы активировать метки и подсказки. Выберите вездесущность с помощью курсора, чтобы следить за ней. Так, ну, выбрали мы, допустим, Escape. Сутки на Черном Рифе разделены на 4 периода. Утро, полдень, после полудня и вечер. Пока вы находитесь внутри одного района, острова период суток не меняется. Так что можете не спешить. Ну, понятно. К примеру, лаборатория доктора Вензе Эванс эксперименты проводится только после полудня. Если вы хотите устроить там обыск по совету того другого Кольта, приходите в лабораторию именно в это время. Так, а в какое время-то? После полудня, получается. Хорошо, у нас сейчас как раз полдень. Это не просто указатель текущего времени суток. С помощью его можно перейти в другой период. Даже на Черном Рифе время чаще всего течет вперед. Утро, полдень, после полудня, вечер. Ночь всегда сменяется утром, но из-за петли это всегда утро одного и того же дня. Так, сейчас полдень. Выберите эту кнопку с помощью курсора. Держите Enter, чтобы дождаться наступления второй половины дня, давай. Да, о. По-моему, что-то везде зима какая-то. И нам нужно будет сейчас в комплекс отправиться. Открыть лабораторию Венза. Выбить район, который отправится туда. То есть исследовать комплекс. Но комплекс мы будем исследовать уже в следующей серии. А на этом закончим серию. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи, всем пока. It's so strong.